Привет, друзья! Меня зовут Дима, мой ник Brother 2S. На этом канале вы каждый день найдете новые видосики на фарм опыта. Это сейчас уже третья карта на сегодня, поэтому подпишись, поставь лайк и прожми колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. А мы начинаем. Показываю, что подготовил. Заходим в поиск, в поисковую строку вводим код 33 47 18 09 37 42. Нажимаем Enter. Появляется вот такая вот картиночка. На нее нажимаем. Здесь выбрать. И обязательно частный режим игры, чтобы стоял. Все, нажимаем играть. И пока грузится карта, не забудь в магазинчике предметов внизу нажать у себя поддержку автора. Ввести мой код G-UP. Нажать поиск. Код зафиксируется в твоем магазине предметов. С этого момента я буду получать отчисления от компании Epic Games за все твои покупки. Потому что я их партнер. Огромное тебе спасибо за такую классную поддержку. Смотри, загрузились на карте, бежим вот сюда вот в телепорт, оказываемся на платформочке у нас внизу, подбегаем вот сюда вот к этому плакату и слева от него нажимаем кнопочку XP. Отлично, теперь подходим к самому плакату и вводим сюда код 00381331254, нажимаем принять. Картиночка у нас поменялась. Нажимаем здесь играть. Видишь, значок XP есть, значит все круто. Можно фармить опыт и выбрать. Ждем пока загрузочку карты. Имею в виду, я оставил коды в описании. Ты можешь просто скопировать и вставить их у себя в поисковую строку. Итак, смотри, мы заспавнились на карте. Нам надо с тобой пробежать вот сюда вот на спуск вниз и повернуть направо. И между вот этих двух пластин встать вот так вот и сделать эмоцию. Открывается портал перед нами, в который мы с тобой залетаем, и перед нами оказывается таймер 900 секунд. Надо подождать, пока он закончится. У меня залагало, я от первого лица. Потому что я эмоцию тогда использовал, да? Буду от первого лица. Йо, вот, кстати, Fortnite говорили, что хотели ввести эту тему. Видите, я уже тестирую. Короче, ждем таймер, друзья. Пока мы ждем, на экранчике QR-код для входа в мой Discord-канал, для присоединения. И он, ссылочка есть в описании профиля, в описании к видео, если вам так удобнее. Залетайте, присоединяйтесь. Давайте будем все вместе, одним дружным большим комьюнити, общаться, играть вместе. Там есть голосовые, текстовые каналы, там есть функция по стимейту, там можно найти друзей, там есть магазин, через который можно донатить в игру. Плюс я там провожу розыгрыши периодически. Все, жду всех в Discord. И имейте в виду, кстати, сегодня стрим. Вот сейчас прям дозапишу это видео, смонтирую и сразу застримлю, сразу выйду в эфир. Так что жду всех. Ну что, закончился таймер? Блин, от первого лица это просто чума. Вводим сюда код 1384. 1384. Благо, что здесь простая карта и не надо никаких особо действий делать. Залетаем вот сюда вот в портал, друзья, и прыгаем на рельсу. Все, лутаем опыт. Посмотрите, сразу 60 косарей сходу. 90, 109. Просто карту только выложил автор, только обновил. 137, 146. Офигеть. У меня закончился лимит. 150 чем-то тысяч я налутал, и лимит закончился. Ребяточки, какой кошмар. Короче, давайте проходите, пока карта только обновилась, пока на ней офигенный буст. Всем желаю классного дня, суперского настроения. А я сейчас доеду и покажу, там еще в конце можно будет пофармить. Вот сейчас чуть-чуть. Вот, берете потом эту пушку с жижей и фармите вот этих вот животных. За них тоже будет давать опыт. Но мой лимит исчерпан, поэтому не покажу. Здесь можно реально очень круто поднять. Я не проехал даже всю рельсу, уже было больше 150 тысяч. Все, пока, жду на стриме.